Добрый день, рыбачки. Сижу на аппендиците. Вот. Ветер дует. Рыба вроде клюет. В основном караси. Вот. Спиннинг вроде работает. И вон та вот дальняя удочка. Вот. Сейчас будем шатер делать. А рыба вот. Красноперка. И вот тут вот, караси. Вот такие. Штуку не знаю, что-то 15 поймал. Ну, приятно. Решил сезон закрыть в 23-м году. Поехал с ночевкой. Ну, в общем, пробовал и в совом, а в одном клюёте. Там и в совом клюёте. Тоже не клюёте. Спустился немножко. Проверил в тупику. Тут вроде ничего. Есть, карасик проскакивает. Даже два раза вытащил по два. И карась такой, не сказать, что мелкий такой, самый то, что нажарил. Вот. Дальше еще видео сниму, потом покажу. Вот, обещал еще видео снять. Вот, натянули шатер. Там что-то дождь вроде на завтра обещает. А мы теперь будем как в домике. Вот. Тут полянка у нас. Домик. Вот тут будет костер. Вот тут один человек спать будет. А вот тут, сейчас покажу. Тут второй будет человек спать. У нас просто двое. Вот. Вот тут, короче, на углу. Вот тут дом 2. Вот тут на углу вот не клюет. То ли здесь какая-то отмель, то ли вот туда глубже подошел, туда вот правее вот туда прошел. Вот там лучше клюет. А тут вообще не клевало. И в самом канале не клевало. Вот. А где хозяин? О, собачка. Да. Ну, в общем, ладно. Всем ни хвоста, ни чешуи. Будем. Будем, у нас сегодня как-то называется корпоратив за закрытие охоты, ой, охоты, рыбалки. Так что, всем добра. Вот, два сразу. И такие нормальные бугемодики. Ну, это так себе, тот нижний. Ну, в общем, самое главное, что весело, есть чем заняться.